кратенько покажу, что мы заказывали. Это вот такие вот пакетики. Вот эти, смотрите, подарочные. Они вот такие вот маленькие. Вот кто с размером не знает, вот они вот такие. Это эсочка, по-моему, да? В наборе бритв всегда по 3 бритвы, в женских и в мужских. Так, дезодорант 4 дня. Мужской и женский, может быть, есть на 2 дня такой. 35 мл Дон Леон парфюм. Дезодорант еще мужской. Так, здесь у нас губная помада, она запечатана. Так, артикул не фокусируется. Вот он сфокусировался. Она такая вот красно-коричневый цвет. Соответственно, распечатать мы ее не будем, потому что это не мне. Вот это вот будет набор для мужчины. Вот, пена, по-моему, после бритья. Сейчас я посмотрю. Так, идеальное средство для того, чтобы бла-бла-бла. Господи. Так, это у нас бальзам после бритья. Вот такой классненький. Так, идем дальше. Так, не хочет фокусироваться. Моя любимая тоже серия Ланселот. Не знаю, вот эти вот мужские вообще классные. Вот у меня у сына был вот такой вот шампунь-гель. И вот такой вот сейчас у него. Мне что тебе нравится. Вот они классные. Но Ланселот, вот это вообще просто, я не знаю, наверное, мой фаворит именно вот из таких вот уходовых средств мужских. Так, потом два парфюма маленьких. Они тоже очень классные. Третьего нету в наличии. Вот это вот я по предыдущим заказам моих девочек заказала себе непосредственно гель для душа классный. Так, тоже очень классное средство, очень вкусно пахнет. Освежитель воздуха для белых тканей, стиральный гель. Два пробничка взяла, три карандаша пятновыводителя, они тоже пользуются спросом, очень хорошо отстирывают, очищают, да, пятна. Ну, еще у меня есть два каталожика. Вот такой вот небольшой, быстренький мини-обзор получился у нас. Важно, заказала я вот такой вот пробник воды, вот это вот новый парфюм. Так, вот этот пробничек, я уже попробовала, сейчас скажу свое мнение. Ну, вообще у нас в Шанти, да, это идет именно индийская тематика, что-то я смотрю, Фаберлик и куркума тоже индийская тематика. Кстати, я уже тоже где-то рассказывала, что в Индии, я люблю Индию, мне нравится Индия, я там была, правда, пока что один раз, надеюсь, что получится еще раз туда попасть. И куркума очень обширно используется везде, особенно для красоты, ее перед в Индии, перед свадьбой невесте и гостям мажут прям на все тело, да, на лицо, на руки, на все, и считается, что после этого кожа прям такая сияющая, наполняется энергией и так далее. Вот, и здесь у нас тоже идет тематика именно Шанти, да, новый парфюм. Вот, парфюмированная вода для женщин Шанти. Так, можете почитать. Цена, в принципе, вообще смешная, я бы сказала, бутылочка интересная, да. Похоже вообще как на нефритовый все равно какой-то камень. По поводу запаха, он такой, знаете, как-то пудрово-нежный, я бы сказала так. Хотя я ожидала, вот, кстати, основные ноты. Дзен комплекс, Пало Санто и Жасмин. Так, дзен-комплекс, это что у нас? Комплекс с доказанными успокаивающими свойствами, разработан компанией какой-то там. Так, редкое дерево, считавшееся священным у древних индейцев Южной Америки. Вообще про индейцев, жасмин. Я ожидала, что этот запах будет более насыщенный, более терпкий, но нет. Он именно такой, знаете, какой-то слегка сладковатый, пудрово такой нежный. Вот, скажу вам так. Нюхаю, сижу. Он не термоядерный, он такой пудрово-нежно-сладковатый, спокойный такой запах. Заказывать можно. Запах напоминает вот какую-нибудь дорогую туалетную воду. Запах очень приятный, но не термоядерный. Хотя я думала, если это идет в индийскую тематику, да, Шанти, все-таки это как-то Индия у меня ассоциируется. Я думала, это будет прям термоядерный такой запах. Но нет, спокойный, пудровый, нежный.